В последнее время ко мне поступает много сигналов от ангарчан по вопросам зимнего содержания дорог. И только что я закончил совещание со специалистами по этому вопросу. Действительно, новые требования к нормативному содержанию достаточно жесткие в наших климатических условиях. Трудно выполнять иным способом, нежели применение солей и рассолов. Дороги действительно до нормативного состояния доводят, но какой ценой? Мы получаем грязную кашу по обочинам, мы получаем совсем иной облик города. Я считаю, что здесь мнение ангарчан все-таки определяющее. Поэтому сегодня принял решение по итогам совещания запретить применение рассолов и солей на территории Ангарска.